4 августа работники транспорта будут отмечать свой профессиональный праздник. Но если у автомобилистов, моряков и летчиков есть разные профессиональные даты, то железнодорожники отмечают свой профессиональный день в первое воскресенье августа уже 130 лет. В этой отрасли, как правило, много семейных трудовых династий. Об одной из них, где на сегодня на стальной магистрали работают 13 членов семьи и общий трудовой стаж которых превышает 300 лет, встретилась Людмила Батюшкина. В моей семье буквально все причастны к железной дороге. Супруга у меня работает на станции, сын начальником станции, сноха тоже железнодорожник, дочь тоже на станции работает, зять машинистом локомотива. Братья у меня практически все тоже железнодорожники, машинисты, и их жены тоже самое. Помню, бабушка, мама моего отца говорила, что даже в те трудные годы во время Великой Отечественной войны они выжили благодаря железной дороге. Именно железная дорога их прокормила, вырастила. Это медали отцовские, это трудовые. Больше всего, конечно, я горжусь отцом. Вот этот знак, он раньше давался всем локомотивным бригадам, особенно машинистам. Это за 1 000 000 километров без аварийной работы. Отец буквально с 16 лет, как по его рассказам, пришел в локомотивное депо «Агадырь», начал работать слесарем, потом машинистом тепловоза, переучился на машиниста электровоза. Я помню, первый локомотив по маршруту от «Агадыря», когда вот провели электрификацию, пошли электровозы, и вот первый электровоз провел он. Мы выросли в поселке Агадырь, буквально возле железной дороги жили. И мы просыпались под гул локомотивов и засыпали под этот стук колес. Я тогда был совсем маленький, и вот тогда я сам себе поставил цель такую, что пойду в машинисты. У меня мама тоже всю жизнь проработала на железной дороге, работала на станции Агадырь, сигналистом. Я считаю, что на железной дороге должны работать, будут работать долго те, которые должны любить свою профессию. А те, кто, которые, в погоне за длинным рублем, он не будет работать на железной дороге. Для меня железная дорога, наверное, это в первую очередь семейная традиция. Я пришел на семейную дорогу, так сказать, став на путь своего деда, отца, братьев, другие профессии даже не рассматривал. Я, допустим, вот работаю начальником станции «Нура». У меня ежесуточная погрузка около 400 вагонов. Мы грузим уголь, и мы обеспечиваем именно ТЭЦы. ТЭЦы по Карагандинской области. Семью обеспечить, да, без проблем может. А в остальном не знаю. Не могу так сказать вам, что это прям денежная работа. Я также вот являюсь 100 молодых лиц КТЖ. Угу. У нас была запущена программа такая в 2019 году. Я попал в первый поток. Железная дорога – это железная дисциплина там. Это не просто слова, так оно и есть. На железной дороге у нас, в первую очередь, это дисциплина. Не было бы дисциплины, вы сами представляете, машинист ведет поезд, за его плечами там миллионные грузы, тысячи там пассажиров. И что бы с ними было бы, если бы не было той железной дисциплины? Хочу ли я, чтобы мои потомки работали на железной дороге? Вспоминая слова бабушки, хочу. Да, это стабильность. Папалар нам, да? Даже если только по праздникам одевают. Мечтаю доработать до пенсии и воспитывать внуков. Я считаю, что любой труд благодарен. Если работаешь с охотой и с любовью.